Выставка «Бизнес-экспо» в Мирном проходит уже 8-й раз. Проводится она в неделю предпринимательства республики. Это прекрасная возможность презентовать свою продукцию и услуги и напрямую пообщаться с потенциальными клиентами. Тему продолжат наши коллеги. Для предпринимателей выставка «Бизнес-экспо» – дело важное и хлопотное. На одном выставочном месте нужно разместить все свои товары и презентовать услуги так, чтобы найти потенциальных клиентов. Для новичков это возможность громко заявить о себе. Для бывалых предпринимателей – способ завести новые деловые контакты. Самая главная цель – это не только презентация, демонстрация своей продукции или услуг, да? Прежде всего, это саморазвитие. То есть ты здесь делишься непосредственно как участник со своими партнерами, теми же предпринимателями, которые оказывают те же иные услуги, да? Учишься уже презентовать свою продукцию, большинство же этого ведь не умеют. И когда уже встреча происходит с клиентом, с потребителем на месте, здесь уже можно раскрыться и рассказать, и продвинуть, попробовать продвинуть свой продукт. Сегодня популярны интеллектуальные услуги, генетический тест на способности и ментальная арифметика уже завоевали свой рынок в Сибири и вот прибыли по франшизе в Мирный. Почему бы не продавать занятия по развитию способностей детей, решили создатели клуба радиоэлектроники «Тесла». Физические опыты, простые и чудесные, будут интересны детям любого возраста. Те, кто пораньше пришел на выставку, продегустировали новую линейку меню от фирмы «Панда». Угощали японскими роллами, пиццей и десертами. Зрители выигрывали подарки и призы, а предприниматели могли найти новых партнеров международного уровня. Мы являемся фирмой, которая работает между пациентом и больницей. Помогаем выбрать клинику по направлению, и недавно наш филиал открылся в Якутске. Планируем такой же филиал открыть и в Мирном, чтобы люди могли напрямую работать с медицинскими клиниками в Южной Корее. Выставка получилась яркой и познавательной, главное, полезной для участников и зрителей. Здесь придумывались новые проекты, совместные акции и собирались деньги на благотворительность. Татьяна Магит, Артур Голиков, телерадиокомпания «Алмазный край».